Мактарале проложен трубопровод голубого топлива в село Каракыр, имеющий почти 100-летнюю историю. В следующем году жители многонациональной зоны получат доступ к природному газу. Каракыр – одно из первых возникших сел в районе. Когда-то здесь жили фермеры, выращивающие хлопок. С тех пор газа в селе не было. Люди собирали навоз и использовали его как топливо. Сейчас в селе прокладывают газопровод. Вопрос голубого топлива в селе был поднят во время визита акима района с отчетом. Старейшины села говорят, что чрезвычайно благодарны акиму района, который сдержал свое обещание. Көмір қымбат, ағаш, жанар ағаш жоқ, қоза пияны. Электрическая система также была заменена и обновлена в прошлом году, и состояние всего населения достигло хорошего уровня. Кроме того, господин Бахытасанов обещал довести газ до села. Вот и решается газовая проблема. Идет работа на окраине села. В небольшом поселке дружно живут представители нескольких национальностей. Родители Рамиса Махмудова эмигрировали в 1936 году. Мне нечего сказать, кроме благодарности братьям-казахам, которые помогли нам в трудное время. С тех пор мы стали как дети одного большого дома. Благодаря единству и миру мы дружно живем под одной крышей, говорит Пи Села. А в нашем поселке Каркыр проблема с дорогами решена на 90%. Осталась одна улица. Эта центральная улица была коротковата. Нам обещали, что сделают ее больше после того, как пройдет газ. Машины не помещаются и создаются неудобства. Сказали, что в следующем году увеличат. Аким района понимающий и толковый. В состав Нурлыбайского сельского округа входит 6 населенных пунктов. Численность населения превышает 6 тысяч человек. Завершено 85% из 38 улиц в этих населенных пунктах. Население поселка полностью обеспечено питьевой водой и освещением. Сейчас освещается и село Уркен. Таким образом, в селе, со дня закладки которого прошло почти 100 лет, решаются коммунальные проблемы. В 2023 году прошла внешняя система. В устье всего населенного пункта идет газопровод. С июля началась внутренняя система. В 3 из 6 населенных пунктов выделены средства. В 3 населенных пункта проведен газ. Остальные 3 поселения обещают осуществить в сентябре. В районе 69 населенных пунктов, 45 из которых газифицированы. В прошлом году голубым топливом были обеспечены 9 населенных пунктов Иржарского сельского округа. Подготовлена проектная документация по прокладке трубопроводов до остальных сел. В результате в этом году газ подан в 9 населенных пунктов. Госзакупки проводятся еще для 10 сел. К 2026 году регион будет полностью оснащен газом. Всего из республиканского бюджета по 9 населенным пунктам выделено 1 миллиард 300 тысяч тенге. На сегодняшний день рассмотрен 971 миллион тенге и начаты строительные работы. Из республиканского бюджета 3 миллиарда 651 миллион тенге из 5,5 миллиардов тенге выделено 10 населенным пунктам. В настоящее время проводятся закупки. В прошлом году в ходе отчета акима района перед народом было затронуто более 260 наиболее актуальных вопросов. На сегодняшний день 70% из них нашли свое решение. Нургиса Абдижалелов, Ербол Махашев, новости.